Всем привет! Здесь у меня под навесом хранится всякий пиломатериал. И здесь же у меня обеденная зона. Стоит стол. Здесь я кушаю. Какая здесь проблема? Во-первых, зимой землю, которая была здесь, и раньше была теплица, и зимой эту землю пучит. Появляются бугры, и стол стоит неровно. Это раз. Вторая проблема. После дождей здесь становится... Вот это ветер. А вторая проблема. После дождей здесь становится грязновато. И тоже не очень хорошо. Третья проблема. Вот здесь у меня низинка. И сверху вся вода притекает сюда. И проходит через всю площадь. И там я уже прокопал, чтобы уходило хотя бы в одно место. Поэтому я решил сделать так. Уберу весь этот грунт. Он мне куда-нибудь пригодится, где я буду делать какие-нибудь грядочки. Дальше выложу себе площадку из кирпича. И вот здесь, наверное, доской, даже двумя досками проложу. Короче, из досок надо будет сделать какой-нибудь желоб, чтобы вода уходила весной туда. В общем, про желоб еще подумаю. Сейчас надо очистить от земли, земля еще влажная, выровнять и начинать укладывать кирпичи. А может и кирпичи может ставить? Фиг его знает. В общем, выгреб мягкий грунт. О! Куда улетела? А, вон она. В каждом углу, где я что-то делаю, у меня есть дежурная старая банка под всякий мусор, потому что мусора много. Итак, сейчас я вот здесь вертикально сделаю отгородку вровень с швеллером, чтобы земля не заходила. Ну а здесь уже начну выкладывать кирпичами, причем перепад вот здесь, высота швеллера до грунта где-то в 2 кирпича, то здесь уже в 3 кирпича, на целый кирпич больше. Желоб я решил не буду заморачиваться, просто уложу также кирпичи, вода дорожку найдет. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот что-то такое у меня получается. Сейчас поставлю стол, посмотрю, чтобы стол оказался на цельных кирпичах. Стол стоит, не шатается. Ну а все щели, вот это все заложу цельными половинками, что найду, в общем. А все щели закидаю теперь песком, чтобы когда буду косить триммером траву, чтобы трава не падала и не проваливалась в щели и потом не прорастала. Вот такая площадочка получилась. Как бы кирпичи подвижные, но они, понятно, они старые, крошатся там, разламываются даже. Но зато стол стоит, не шатается. Сейчас засыплю все песочком. И должно быть красиво и хорошо. Вот потом я плотным слоем здесь песком засыплю. Снизу будут кирпичи. Все щели забьются песком. И теоретически должно быть более-менее устойчиво. Здесь у меня проходит небольшой тоннель для воды. Водоотвод. Так что весной, следующей весной я увижу, насколько это хорошо. Но то, что я теперь буду кушать в сухости и чистоте, почва здесь не будет вздуваться пузырями, это уже однозначно. Вот так я применил старые кирпичи.
Что еще можно городить из старых кирпичей, напишите в комментариях. Будем городить.